Так, друзья, подъехали мы вот в такое вот место. Сейчас, короче, будем объезжать здесь. Такие дороги, но стоит. Я даже не видел, как объехали ее. Сейчас я... А, вот такая вот ведуха с той стороны. Сейчас мы объедем. Все надо водительские навыки. Вот такая. На, снимай, Люда. Что ты знаешь, стиль, если будет снимать? Размыло, да. Так, продолжаем, продолжаем ехать и забираемся. Вот такой вот наш друг. Поехали. Дорога после дождя. Вчера или позавчера дождь был, поэтому дорога чуть-чуть подушатанная, намокшая. Но, в принципе, можно проехать. Не без приключений, конечно. Продолжаем наше восхождение на бакинские уши. Бакинские уши. Она снимает. Кстати, спасибо, нам помогли там с регулировкой. Тебе нравится, Гуго? Да. Тебе нравится, да? На. Засними. Засними. Поверни вот так, поверни. Ой, это на себя. Себя снимай. Да, давай, так. Ладно. Давай, все. Давай мы еще включимся. Здесь чуть-чуть дорога вот так вот изменилась. Сто раз четыре не жалко. Ух ты, это туда дорога. Продолжим. Едем, правда, не знаем. Много еще осталось, но мы едем. Дорога все выше и выше. По-моему, уже, по-моему, можно даже в поле выехали. А, здесь классно. Вот туда мы тоже поедем. Тетя, ты хочешь снимать? Да. Маленький. Сейчас мы выйдем, когда ты тоже поснимаешь, хорошо? Да. Мы вот так вот веселой компанией едем. Ну что, вам нравится? Боже. Ну, полтора часа где-то, с учетом того, что мы поехали в объезд неправильно. Ну, где-то час, ну, плюс-минус, час здесь вот так. Ну, еще сюда подниматься минут. Ну, минут 15 точно займет. Ну, практически мы добрались уже, куда нам надо. Поэтому у нас седан, мы проехали, да. Ну, некоторые моменты были, конечно, сложные там в дорогах. Там трещины, булыжники, но, в общем-то, может проехать седан. Любой, мне кажется, что. Но же самое главное, не в дождь, чтобы. И не на Феррари. Да, не на Феррари желательно. Если у вас Феррари, там отложите его куда-нибудь. Там возьмите ВАЗ-2107, допустим. Ну, чем не Феррари вам. И этот. Желательно, конечно, какой-нибудь оффроуд или там джипик какой-нибудь, да? Ну, я имею в виду внедорожник. Потому что вот в такую красоту мы приехали. И будем здесь что? Правильно, завтрак. А вы подписывайтесь. Не забывайте прокомментировать это видео. Поставить лайк. Нажать на колокольчик и бубенчик. Продолжаем снимать. Подъезжаем. Подъезжаем. О, как на открыть. Тихо, что ты? Малыш наш радуется.
Ой-ой-ой. Привет! Че, подожди? Привет! Где он? Он не знаю, где он спереди. Ну мы под... Доехали, давай вылезаем. Все, доехали мы. Здрасте. Привет. Привет всем. Такое вот красивое место. По-моему, да, мам, ты помнишь? Доехали. Доехали, да? Идем поздороваться. Ты с бабулей поздоровался? Кто бежал? Кто? Кто это? Это Оскар такой хорошенький. Осторожно, осторожно. Не беги, гусик, здесь можно упасть. Ай, как здесь классно, такая погода. Выбрались из этой городской суеты. Дай руку мне, дай пойдем. Ой, здесь камушки, поэтому осторожней, ладно? В принципе, как говорят. Баку это не только центр, но мы вот так вот выехали, вот за пределы Баку. Мы тоже ролик снимаем. Дай мне. Не споткнитесь. Он должен увидеть, как мы бежим. Оскар, ко мне, ко мне. Оскар, ко мне, ко мне. Где он? Я его увидел. А, да. Оскар, ко мне. Да уж. А где он? Куда он поднимает? Пожалуйста, держите камеру, я пойду за ним. Собачка. Собачка убежала. Вот. Пошли. Так кричали. Так кричали, что самолеты услышали. Кто это? Все-все? О, прибежал. Не беги, гусик. Не беги. Какая пахучая, непонятно, что. На нее наступаешь, она так пахнет. Хорошо как. Ну все, готов. А? Протекал он, да, ровно его надо держать. Гусик, дай мне, ты гусика бери. Мне надо самое главное. Он. Лазь, понял меня? Лазь, Мишель, ты что, это вообще по-другому? Мы сейчас просто поднимаемся на гору, а там будем лазать. Вы куда поднимаете? Просто на гору или будете лазать? Сделаем такой. Сейчас, всем привет. Короче, мы сейчас поднимемся на гору. Ролик в ролик. Ага, подниметесь на гору. Вот, потом уже там будет одна пещера, мы там будем лазать уже на скалах. Понятно. Все, возьмем мы все, что надо. Ну все, мы собрались подниматься. А воду все взяли, Лилю? Чашки, стаканы. Ну ладно, если что, вернем. Ну все, так мы поднимаем, начинаем наш подъем. Оскар, рядом. Он сейчас набегается и устанет. Не ходи спать. Вот такие вот здесь. Вид красивый. Это дорога. Мы взбираемся. Видуха. Ну что, фотку? Давай фотку. Мне кажется, там нафоткаемся мы еще. Так, Кыргыз, Баку. Вот здесь, смотри. Альпинизм. Вот. Здесь нельзя рисовать, огонь разводить, что-то ломать, мусор бросать, курить и в туалет ходить. Не бойся, что ты, мы идем маленькие. Куда в туалет ходить? Никуда не надо ходить. Маршрут, да. Вот, поднимаем на горку. Ну и мы поднимаемся тоже. Отсюда вид вот так. Это Приморск, да, получается? Да. Ну, сам бы я сюда не добрался, конечно, если бы дорогу не показывали бы, потому что чуть сложновато. Так, поднимаем. Продолжаем. Наше восхождение. Отсюда все видно, но мы идем еще выше. Дети поднялись наверх, а мы вот с полной экипировкой. Что случилось? Маленький, все еще выше. Фух. А, у Кристины. Иди сюда. Хочешь? После того, как мы забрались на вершину, сейчас должны спуститься вон туда, в ущелье. Так, говорят, здесь есть ущелье, как комната. Сейчас мы пройдем туда. Взял малыша, интересно. Ущелье здесь, да. Мы к ним идем не будем. Продолжаем. Идем дальше. Там даже, кстати, таблички имеют. Что там? Разводить огонь запрещено. Короче, здесь что-то ломать запрещено. И мы продолжим. Мамка наша никак не догонит нас. Второй такой табличек тоже здесь указано, что это охраняется Министерство культуры. Так что природу надо беречь. Природный ресурс. Красота. И добра. Иди ко мне. Иди сейчас отсюда спустимся. Иди. Спускайся. Иди туда к ним. Опять он туда пошел. Тут так. Тут не прыгай. Иди сюда, ко мне иди. Пусть прыгнет, да, что ты? Иди ко мне на ручки. Да. Вау. Пришли такие ущелья здесь есть. Комнатки секретные. А, здесь кто-то есть. Мы не один здесь, походу. Здрасте. Спасибо. Как раз горячий сам ворчает. Да, спасибо. А где собака? Где? Походи вперед. Так, проходим. Спасибо, ребят, предложили нам. Оба. Проходим через такие места. Ого. Осторожно, пришли мы в такие. Фух. Я весь мокрый. А вы еще говорите, здесь холодно будет. Что, еще дальше? О, маки. А может, здесь сели бы, нет? Такие вот пещеры. Вот здесь. Давай, проходи. О, прибыли. Все. Прибыли вот в такое вот место. Мы в ущелье. Красивое место такое. Ну что, как добрались-то? Ой, осталось на маленький.
Ничего. Ну что, мы разложимся сейчас, расчехлимся и будем кушать. Остановились вот в таком вот прекрасном щели. Вот такая вот красота. Здесь, кстати, вот крюки, приготовлены специальные крюки, по ним лазит скалолаза. Сейчас у нас тоже будет. Вот. Прикольно. Тебе понравилось? Понравилось тебе? Сейчас, подожди, я поснимаю чуть-чуть. Здесь комната. Как бы там первая, здесь вторая комната. Мы эту тоже сейчас разложимся, там тоже будем сидеть. Шашлычок, самоварчик, 9 мая отмечаю. И мы тоже сейчас будем разложимся здесь. И будем сидеть, чай пить, водички пить. Так, что делаем? Что делаем? Мишель, с горла не пей, да? Это ее. А, Оскар, ты устал? А мы взяли стаканы, Люда? Хватит телефон, сейчас подумать. Не-не-не, ты что? Какой? Идите на солнце вот так, встань. Не снимай. Застегни ему, Кристина, курточку, чтобы он не мучил. А здесь ты как его, к чему прицепить? А вон здесь карабин есть наверху. Вот наверху карабин. Прицепить? Дай мне, давай я прицеплю. Он в скалу не... О, тут можно, видишь, костер. Все, как? Можно костер. Можно Оскара на костере поджарить. А, вот видите? Поджарим Оскара? А вы здесь зацепляться будете? А можно Оскара на сыну? Да, да, поменяет он мучил. Это руки чешут. Ученый блогер, привет! Где бабуля с ними, бабуля? Если только осторожно камням туда вытащили. Где перед тобой бабуля? Привет! Ты мой маленький, ты всех снимаешь? Всем спасибо! Ты всех снимал, да? Да. Тебе понравилось, да? У тебя какие? Хороший лайк, покажи лайк. Смотри, какие блюда. Да, все. Дорога какая классная, супер. Всегда любая еда вкуснее в горах. Ну, как бы не в горах, но короче. Они предложили нам. Сказали, чай, хотите чашки. Чай предложили, да, мясо хотите. Мясо сами пожарят. Не могу, сори. Маленький. Сюда можно на весь день ехать. Тебя закрыли, да? Там люди просто. Ты хулиганишь, хулигаешь. Тебе нравится? А мы не завтракали, поэтому для них... Это кипяток, да, Люда? Да, пока не пей. Подожди, гусик, подожди, горячее. Подожди. Так, чуть-чуть перекусив все блага того, что мы принесли. Надо будет этот, сжигать уже еду. Сжигать? Уй, да. Вот такой щель. Они сейчас придут, ты туда не ходи. Ага, аккуратнее надо быть. Надо осторожно. Аидочка лазит тоже у нас на скалу, Люда, смотри. Где? О, Аида, давай, я тебя получу. О, давай, давай. Куда пошел? Аидочка, ты уже лето поделай, все, да. Там не надо. Мальчик ходит. Так, первый пошел. Все, иди давай будем смотреть. А я не могу так поднять? Люда, не, может, не надо. Детки тоже бегают. Ой, я какой... Алина! Да, я слышала этот звук. Иди сюда. Он не упадет, поверь мне. Так, Леша, второй пошел. Мы нашли новую пещеру. Так, по одному вам не надо ходить. Ходите все вместе. Так, все вместе. А вот, Люда, может, не надо? Люд, не надо. Все, дайте бы я поднял. Ты снимать веревки. Вот так снимайся. О, здесь уже подготовили маршрут. Повесили веревочки вот, а? Веревочки. Смотри сюда. О, уже повесили. Канат, страховка. Сейчас детки будут лазить, да? Будешь полезешь отсюда? Да. Окей. В общем, вот так вот. Снимай дальше. О, давайте посмотрим, откуда спустятся. Подождем их. Сейчас они придут, спускаются. Опа! Здесь какое-то ущелье тоже, и там дорога есть. Смотрите, что... О, ты три уже спустила веревки. Там еще две. Идем еще две посмотрим. Маки растут здесь, прикольно. Пойдем, там еще две. Гугл, мы как не увидели, сына. Вот, оказывается, еще два каната подготовили для них. Детки будут сейчас лазить, скалолазить. Ты тоже хочешь полазить? Да. Тоже? А ты как будешь лазить? Там. Там где? Туда полезешь? Да. А ты как, сам возьмешь по веревочке полезешь? Да. Вот ты мой маленький, у тебя какая шапочка. Не снимай, не снимай, а то солнышко так светит. А? Оскар идет, стой. Убери руки. Смотри, кто идет? Кто идет? Оскар идет. Чел опять? Ты хочешь, чтобы я тебя снимал? Оскар, будешь лазить-то? Люда, иди с ним, стань, я поднимусь, позову их. Они в ту сторону пошли. Иди. Девочки! Дети! Дети! Сейчас дети придут, будут лазить. Нет, это не наши, это мальчики. Это вот мальчики тут. Так, вот здесь для них готова дорожка. Сейчас будут лазить, короче, ждем. Вера, капуэра, капуэра. Гусик, вырастешь, пойдешь на балет, на балетные танцы? Пойдешь? Да. Да, слышишь, я у него спросил, он говорит, да, пойдешь на балет? Да. Нет, ты об этом забудь, слышишь. Ты на видео снял?
Вот для тебя балет, я это вырежу. Не надо, сейчас ты лазить будешь. Зачем они тебе? Ну, все на бутылочку никто не видел. Ну что, как вы полазили вот там? Ой, мы заблудили, тут... я всех вообще в другую сторону. Перчатка, да? Хоть я знаю правильную дорогу, все пошли не туда. Огурец. Я догадываюсь. Ну да, надо здесь этот. А вы отсюда не спустились, вы пошли круг сделали. Да, целый. Нет, вот там дорога есть с той стороны ровно. Поэтому надо аккуратнее быть. И самое главное... Наоборот, заблудиться, это круто. Аида, потом этот, как его? Накроешь огурцы. Я знаю правильную дорогу. Всем ее сказала, но все пошли по другу. Я с тобой пошла. Тебя, короче, никто не слушал, да? Не, я начала слушать, но потом все пошли в другую сторону. И перестала слушать, да? Не доверяли нам, которые... Кристина, Аида, Мишель, накиньте на спину себе. Окей. У вас короткий рукав, давай. У меня флис вообще. У меня нету накидки. Либо на солнце. Я на солнце буду. Да, перейдите на солнце. И потом приходите сюда. Так, готовится скалолаз. Вам вопрос скалолазом. Для чего одеваете шлем? Правильно. Правильно. Нет, нет. Вот самый правильный он сказал. Чтобы камушек не упал на голову. Чтобы камушек тебе на шею не упал. Ты видишь, как он так ноги себе поломал? Повторите. Иди сюда вот так. Черепок, чтобы себе не этот. Чтобы камешек себе в голову. Чтобы себе камешек в голову на шею. Сверху, да, обычно. Если кто-то лезет, что-то упало, чтобы тебе бошку не разнесло. Правильно, Гутик? И мой маленький. Я пойду сейчас со всеми детьми нашими. Иди вот сюда. Иди вот сюда. Ничего, да. Продолжу, чтобы давило. Да, можно тебя сфоткать, что так красиво? Не, носки белые стали, черные. Хорошие. Если давят, то это идеально. Зачем это нужно? Вот он что-то. Ну, начинаем, да, съемочку? А, идет подготовка. Опа, опа, опа. Надо вперед, это племяшка. Давай, поднимай. Так, смотри сюда, для Алинки. Алина. Сними. Не, у нее пальцы сними, а текут. Аида, зачем? Ой, Миша, принеси свои кроссовки около себя оставь. Просто чуть-чуть вот так делать. Телефон. Давай, первый пошел. Ты кто, Алина или Ангелина? Алина. А, снимай. Малыш, вот так снимай. Во. А, первый пошел. Ты шнурки не завязала, что ли? А ну спустись. Ты не можешь по веревке руками сделать, а потом ногами. Мам, так нельзя. Мам, отдыхай. Просто отдыхай. Вот их сними тоже. Не о чем думать. Не о боссе. Это моя поза. Просто расслабь. Возьми чай себе. Возьми попить чай. Снимай ее, Алина, снимай. Есть. Давай, Алина. Там внутри должен быть, Алина, какой-то крючок. Это. Ты же знаешь, это раз. Ватки снимаешь, как Алина завязывает шнурки. Кому это интересно? Да, погнали. Давай. Сейчас. Я попробую. Это что за краб? Мишель, пройди, пожалуйста. Окей. Немного мешайся. Так, я сама не понимаю. Давай. Можешь тебе помочь? Стой. Ногу закидывай. Не, не надо. Не надо. Ногу закидывай наверх. А, я поняла. На полочку. Да. Лайфхак. Вот. Молодец. Сейчас он тебя запут. Ого, что так выставляешь? Давай, молодец. Я не понимаю, зачем мы носим на скалах. Мне не надо, чтобы не скользить. Не бойся, что ты боишься. Да все. На руку. О, молодец. Не иди справа. Нет, туда не иди. Куда не иди, тебе наверх. Давай, лезь. Нажми на экран. Нет. Поднимайся. Да, вот сюда. Все. Вот сюда, на экран. Сюда. Да, нажми. Я полез. Ага. Ирина, подойди ко мне. Я в скале боюсь. Ничего страшного. Откуда? Прям подойти? Да, прям подойди. Смотри, как страховать. Алина, вот на полку залезай. А я здесь, да, подстрахуюсь? А если упасть? Нет, поднимай туда ногу и станешь. Да. Давай. Помогаю себе. А за это всегда неудобно. Устройство, если оно будет так, оно скользит. Если так, веревка вниз, то оно держит, уже не идет. Да. Это нереально. Реально. Туда не нереально. Иди влево. Спасибо тебе. Только иди, сними, спусти ему, ты станешь. О. Тут смотри, да, я здесь. Чё ты боишься? Да. Просто вот еще выше. Давай. Вот именно так работает. Там нету хорошей прогулки, она работает на грузе. Вот так. Поднимай ногу. Не снимай так долго. Я не снимаю. Давай, поднимай ногу. Всё, я знаю, сейчас как. Давно не лазали. Там еще слева, смотри, какая хорошая полка. Нет, слева, смотри, какая хорошая. Слева. Поставь. Вон, да. Внизу, назад, выше. Влево. Туда. Да. А, ладно. А в какую полку?
Ура, Густик похлопай, ура. Еще бы с декабря вы вообще. Опа, у тебя шнурок развязал. Завязывай, пожалуйста, шнурки, когда лезет. Первая поднялась, отлично. Кто сейчас готовится, ты, Ангелина, ты? Аплодисменты. Готовится следующая девочка. Так, пошла следующая девчоночка наша. Давай. Там страхует ее. Мишель, чуть-чуть отойди. Вот там ее страх. А здесь пошла. Ой-ой-ой, это клещ. Клещ. Где? Да. Вот и все. Красавчик. Молодец. Видела, как надо? Мам, не ходи босиком. Мам, не ходи босиком. Тихо, тихо. Все, давай. Молодец. Все, нету, не бойся. Нету, молодец. Мужик, давай. Ты грохнул клещ. Как ты его грохнул? Покажи на... Мне кажется, она не влезет, она большая нога. Не надо, кедок. Не надо, лучше кедок. У нее кедок. Уже 39-й. Не, она не влезет. Да, кедок свои, как кедок тоже. У тебя, по-моему, я видела, Кристина тоже. Алина туда, Ангелин туда. Шнурки свои завяжи. Да. Тебе объясняют, да, что делать, да? Красота, это просто... В Баку не так далеко, в принципе, от центра, не знаю. Ну, может, 30-50 километров, это максимум. И то мы в обход ехали. Нету, что там? Ничего нету, ты уже ку-ку сделал его. Так, тем временем продолжаем скалолазание. Там еще маленькая пещера. Так, кто здесь? Мишелка. Сядь с ним, я пойду воду попью. Давай, да, Ангелина, сядь просто с ним вот здесь. Давай, ты сможешь, давай. Ребятушки, сейчас я без подкладки, без страховки, без ничего. Поднимусь наверх, вот так. И засниму для вас. Они лазят оттуда. Раньше я этим не занимался, но все должно как-нибудь начаться. Поэтому потихонечку поднимаем. Вот так вот выглядит. Были мы здесь внизу. Идем туда наверх. Самое главное, когда поднимаешь, никогда не смотреть вниз и не бояться. Потому что если боятся, можно растеряться. Терять равновесие. Ну что, забрались мы, были тут. Сейчас пойдем дальше. О, здесь хоть воздух есть, там ущелье нет воздуха. О, камешек шатается. Тут тоже. Самое главное, когда на высоте, просто вниз не надо смотреть. Вот и все. Ага. Опа. Кто здесь? Берегите. Я сейчас спущусь, я под страхом. Сейчас кто поднимает? Так. Если мама тебе следит, я могу подлететь. И сверху. А это вид. Вот такая вот красота после того, как мы забрали. Баку находится слева, да, как бы? Центр, я имею в виду, слева. На Городахской дороге. Кто такое? Жук. Надо подстраховать, конечно, я забрался. Сейчас пойду посмотрю наши тачки, где должны быть видны наши машины. О, здесь еще одна комната есть, кстати, их называют комнатой. Вон дорога вот там, мы оттуда пришли снизу. Так, сам тоже под ноги смотрю. Так, наши машины, вот прям за этим камнем наши машины. Вот та дорога, мы оттуда приехали. И вот здесь, вот я. А, здесь еще одна комнатка есть такая. Так, друзья, я спущусь, пойду их под страх. Вот так мы празднуем 9 мая, хотя мне сегодня в ночь работать. Ну, как говорится, кстати, там сеть не ловит, а здесь ловит. Так, сейчас проверим. Так, вроде бы сеть ловит. Ох, сколько всего сразу начало приходить. Сейчас мы видос один тоже отправим и спущусь, я буду страховать там. Так, давай, я надеюсь. Сейчас пофоткаемся, одно фото. Да. И можно идти дальше, короче. Спустимся. Сейчас по Бырику отправим. Там не ловит ничего. Вот те камни, где я откуда поднял. Вот оттуда сейчас и спущу. Пойду, там надо будет подстраховать. Сейчас вообще посмотрю, гляну, что они там. Прийти мне! Привет! Гузик! Сейчас, ладно, спущусь я тоже их подстраховать. А то там... Вот, Тимур, 9 мая пришли на скалолаз. Все, друзья, так заснял вот эту красоту. Здесь тоже какое-то ущелье. Ну, и пойдем обратно спускаться, короче. Вот сюда мне надо будет спуститься тоже. Ну, к сожалению, камеру не могу держать, я ее нацепил на грудь. Ну, я думаю, вам и так будет понятно. А ход здесь тоже лазит. Ну, смотрите, здесь кармашки сделали. Ну, как они там у скалолазов называются? Я не знаю, кармашки там, угол щели. Короче, за то, что можно хватиться. Раньше... О, а здесь что? Кстати, вот здесь щель какая-то. О, проход там какой-то. И здесь вот такие вот ящеров видели, как вараны. Поэтому вот и все. Я спустился оттуда. Поэтому хорошо, когда похудел, лишний вес, в принципе, скинул. Ну все, вот так вот закончилось наше путешествие. Что-то часть я на телефон снимал, потому что камера была далеко. Да и неудобнее было брать. Поэтому, друзья, вот можно вот так вот тоже отдыхать, ходить. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, будьте здоровы и отдыхайте с семьей. Это очень классно.